Здравствуйте, сталкеры! С вами я, сталкер-баннерщик. Вот я теперь вот в такой экипировке. Ну, потому что я все продал. Это мои последние видосы по сталкеру онлайну. Я покидаю этот проект. Поэтому я все распродаю. В общем, продал все, что мог. Осталось у меня буквально чуть-чуть. Я заработал какое-то количество денег, а именно где-то около 3 миллионов. Купил 450 золотых по 700 тысяч. И прикупил 15 вещмешков, как вы видите. Вот такие мешки с вещами. Я их еще не открывал. Решил напоследок пооткрывать, посмотреть, что же там выпадет. Мне до сих пор это интересно. Ну, будем надеяться, и вам это тоже интересно. Так, давайте подойдем к кладовщику. Откроем, поговорить. Итак, как видите, ничего у меня нету. В общем, я пробежался по всем локациям. Все, что можно, я оттуда забрал. В общем, выскреб подчистую. Продал что-то по дешевке, что-то просто подарил. Ну, основной, конечно, товар у меня еще придет. Я отправлял посылки на вокзального кладовщика. Буду еще на днях торговать. И буду еще пытаться заработать какие-то денежки, чтобы также купить золото и купить мешки и попробовать что-нибудь добыть оттуда. Итак, давайте начнем. Я не думаю, что там что-то будет тяжелое, поэтому можно отойти в сторону, чтобы нам не мешали выстрелы. Погнали. Использовать. Так, ластку ткани 36, шпинат и рез ткани. А почему такое маленькое окошко? Я не знаю, почему так. Но вот, смотрите, вот такое окошко. Странно. Это что за баги? Так, давайте бой включим. Ладно, выпал шпинат. Ну что же, использовать. Опять такое маленькое окошко. Прикольно. Нитки, кусочки ткани. Ну давайте мы не будем говорить каждый раз, что оттуда выпало. Я просто все открою мешки. Как видите, ткани выпадают. Пока один броник. Ничего интересного пока нету. О, колобок выпал. Напомню, 15 вещмешков у меня. Они стоят по 30 золотых. Поэтому мне всего на 450 золотых получилось купить всего лишь 15. Вот штаны партизан выпали. Ну, в основном ткань выпадает. Ну, конечно, этой ткани очень много выпадает. Куда ее солить, что ли? Я даже не знаю. Открываем дальше. Использовать нитки. Использовать. О, куртка Чак. Ха, я смотрю, сейчас экипируюсь. Ну что же, вот я открыл 15 мешочков, потратил 450 золотых, мне выпало 102 куска ткани, броник шпинат, резиновая ткань 61 штука, 136 ниток, биометаллическая пластина 3 штуки, комплект пластин композитного материала 1 штука, колобок, стальная пластина 4, мягкая пластина 2, основа броника ТАЖ. 3 штуки, штаны партизан и куртка Чак. Ну что же, раз такое дело это выпало, я, конечно, экипируюсь. Ну почему бы и нет, я пока еще не все свои вещи продал, не весь хабар продал. Смотрите, я почти полностью экипировался. Я, конечно, все это потом продам, опять также куплю золото, но сегодня я еще побегаю. О-о-о. Вот смотрите, у меня вот такая камуфла теперь. Вот еще бы шлем выпал какой-нибудь или шапка, был вообще полностью экипировка. Ну, конечно, это не стоит того, чтобы заплатить 450 золотых. Ладно, побежали на вокзал, я скоро буду там продавать все. Все остальное, что у меня осталось еще. Ну, планирую где-то лимона на 3, на 4, может быть, наторговать. Потом куплю также золотишко и что-нибудь еще пооткрываем. На этом все, сталкеры. Всем пока!